Привет всем. Вот у меня рассыпался шрус, внутренняя граната. Значит, что этому предшествовало? Чтобы вы знали, по каким признакам нужно судить, что граната уже негодная. Вы знаете, я последние разы, когда садился за руль, заметил, что, ну, при наборе скорости машина дрожать стала. Какой-то вот гул идет, дрожь. И настолько это было хорошо слышно, что даже несмотря на включенный магнитофон, это было все очень хорошо, отчетливо слышно, именно из-за вот этой внутренней гранаты. Вот, я поэтому ее поменял, потому что она рассыпалась. Хорошо, это было не в дороге, а в гараже, когда я испытывал, поднял колесо, включил, там вращалась, и она рассыпалась. Но заодно я поменял, кстати, наружную. Наружная тоже оказалась плохая. Признаки наружной гранаты каковы? Вот колесо в воздухе висит. Включайте мотор, включайте передачу, чтобы колесо вращалось. И колесо в сторону поверните, то есть руль покрутите. И вот в таком вывернутом состоянии обязательно цок-цок-цок появляется звук. Очень хорошо слышно. Слышен бывает. Вот далее, посмотрите, вот я пощупал ее. О, как легко вот это поворачивается. До такой степени легко, что вот этот шарик можно выковырять. Если граната не изношенная, вот эту штуку так просто не повернешь. Имейте это в виду. Она болтается, туда-сюда бегает. Это уже шрус изношенный. Вот такие дела. Меняйте шрусы вовремя. Не доводите до такого состояния, что они начинают рассыпаться. Иначе в дороге вы это не почините. Эвакуатор понадобится.